Всем привет! Вы смотрите спецвыпуск программы «Учись вместе с нами». Наша сегодняшняя передача посвящена конкурсу «Мост китайского языка» среди учащихся средних школ, который проходил в России. Отметим, что все конкурсанты показали высокий уровень китайского языка. Сегодня мы посмотрим выступление сборной команды из Санкт-Петербурга. Давайте познакомимся с ее участниками. Меня зовут Даша. Моё китайское имя Ли Хао. 你们知道为什么吗？我们学汉语第一句话都要学你好，你好，你好，多好听呢！但是中国人没有姓你的呀，我叫李好，说快点儿，不就很像你好吗？所以一听见别的人叫我李好，我就特别开心。我很喜欢摄影，中国很漂亮，我很想去那儿。 我去年终于去了中国，拍了很多漂亮的照片，有机会请你们共同欣赏。我从小在652学校学习汉语，以前参加过两次汉语桥，都是小学生组。现在我长大了，可以参加中学生组，很高兴。所以我不管见到谁，都高兴地说你好。 谢谢大家。摄影，photographировать。摄影，拍照，photographировать。拍照，摄影和拍照意思是一样的，但摄影是从专业的角度来讲，而拍照是一般的口语说法。摄影与拍照имеют одинаковое значение, только 摄影 это на языке профессионалов, а 拍照 более разговорное слово. Например, 你会摄影吗? Ты умеешь фотографировать? 拍了很多漂亮的照片, сделать много красивых фотографий. 拍了很多漂亮的照片. 小学生组, ученики младших классов. 小学生组. 中学生组, ученики средних классов. 中学生组. 大家好，我叫纳西佳。今年夏天，我参加了去中国的夏令营。有一天，中俄学生篮球比赛，上半场解说员说中国队大胜俄罗斯队，下半场解说员又说中国队大败俄罗斯队，意思都是说中国队胜了，多有意思啊！还有一次，因为这样子是东北人请我们吃饭，他问：“真的啥？”我问。 整是什么意思啊？他说整就是吃的意思，我记住了。又过了几天，我们房间的厕所堵了，那个志愿者一看脏东西往上冒，大声说：“这得快整整啊！”我一听这话差点吐了。文来这个整啊，还有修理的意思呢。我一定下功夫把汉语学好。谢谢大家。夏令营 летние лагеря. 夏令营，篮球比赛 (basketball match). 篮球比赛，胜 (победа). 胜 (败) (поражение). 败，胜和败是一对反义词，但在汉语里，大胜和大败则都可以用来表示战胜对方，是非常有意思的一种用法。胜和败 (победа и поражение). В русском языке это слова антонимы, но в китайском языке «та шэн» и «та бай» в определенном случае имеют одинаковое значение, то есть «победить соперника». «Та шэн» – крупная победа, победить. «Та шэн» – «та бай» – серьезное поражение, нанести поражение. «Та бай» – «чжиюэнчжэ» – волонтер, доброволец. «Чжиюэнчжэ» – Чэн – это слово отличается довольно свободным применением и широким спектром значения. Наиболее часто слово чэн употребляют на северо-востоке Китая. Вот несколько примеров. Чэн дя чэ дэ, то есть цо дя чэ дэ, приготовить что-нибудь поесть. Чэн ша нэ, то есть гэн шэмэ нэ, что ты делаешь. Чэн чэн ги чи, то есть сёу ли ги чи.
чинить аппарат, ремонтировать машину. Чэн кайцу чэн хэндоцы. Также иероглиф чэн входит в состав многих слов. Например, чэнчи ши ёсю булуан де исы. Чэнчи актуальны в полном порядке. Чэнчи ши чэнли де исы. Чэнчи привести в порядок, починить, исправить. Чэнсю ши сёли, сёл ши де исы. Чэнсю ремонтировать. Чэнти ши ванчэн учуэ, мэйо линтоу де исы. Чэнти единой целой. Ох, не сладко пришлось жюри конкурса. Ведь они должны были выбрать лучшего из лучших, достойнейшего из достойнейших. Давайте посмотрим второе выступление команды под названием «Домашнее задание». О, 中国人! 你好! Ой, 你们好! 请问! 啊,你先问! 不,你先问! 哎呀,别客气了, 你先来吧! 好吧,谢谢! 请问,北京机场 2号航站楼 怎么走? 不好意思, 我不是中国人, 我不是导演! 哦? 那你是哪国人? 是俄罗斯人。 呀,我也是! 你是哪人? 我生彼得堡人。 哦,我们是老乡啊! 我叫Dasha, 认识你很高兴。 我叫Yulian, 认识你我也很高兴。 我叫Nastya, 在北京能遇到老乡真是太高兴了。 是啊,老乡见老乡。 两眼泪汪汪。 我是来旅行的, 我很喜欢中国的历史啊, 我来看北京的胡同。 胡同有什么好看的呀? 这你就不懂了吧? 北京有长长短短, 1000多条胡同, 每条胡同都有自己的故事啊。 怪不得民间有著名的胡同3600, 没名的胡同赛牛毛。 那你给我们讲讲北京胡同吧。 好,我跟你们说一说北京的胡同之最, 最长的胡同近3公里, 最短的胡同10来米, 最宽的胡同32.18米, 最窄的胡同近0.4米, 最古老的胡同是个远大都。 哇,真有意思! 没想到胡同里有这么多有意思的东西。 是啊,看北京的胡同, 我就用了1个星期啊, 看来要走几个城市, 需要1年呢。 才不用呢,你不知道中国的交通有多方便呢? 我3天就了3个大城市呢! 真的? 那当然呢,我从圣彼得堡到北京只用了8个小时, 当天去了故宫,吃了北京烤鸭,跑了长城, 晚上坐高铁,5个半小时就到了上海, 逛了上海外滩,去了城隍庙和豫园, 第3天我在西安看了兵马俑, 真太伟大了! 今天我要飞回彼得堡。哎呀,我该去机场了,不然我赶不上参加全年汉语桥比赛了。祝你们旅行愉快,我们彼得堡见。好,我们去送你。老乡,земляк,老乡。老乡见老乡,两眼泪汪汪。意思是说老乡见面非常激动,眼泪都流出来了。 Встреча земляков – это трогательно до слез. Хутонг. Хутонг – переулок. Хутонг. Сай ньо мао – исы ши фейчан до, би ньо мао хай до. Сай ньо мао – множество много. А если переводить дословно, много как волос на коровье. Бейджин хутонг – сай ньо мао, 就是说 Бейджин хутонг – би ньо мао хай до. Пекинских худунов очень много, то есть пекинских худунов еще больше, чем волос на корове. Цуйчан – самый длинный. Цуйчан – цуйдуан – самый короткий. Цуйдуан – цуйкуан – самый широкий. Цуйкуан – цуйчай – самый узкий. Цуйчай – 最古老, самый старинный. 最古老. 故宫, 北京古老的皇家宫殿. Музей Гугун – это древний императорский дворец в Пекине. 烤鸭, утка по-пекински. 烤鸭.
兵马俑位于西安市的一处古迹，是为古代皇帝陪葬的地下军队。兵马俑。Городовая армия, древняя достопримечательность города Сиан, она представляет собой захоронение статуи воинов и лошадей рядом с гробницей китайского императора. Чэн Хуанг Мяо, 上海的一处著名旅游景点，去上海旅游的话，千万不要错过。城隍庙。Храм Чэнхуанг Мяо или храм Бога-хранителя города – это знаменитая достопримечательность Шанхая. А сейчас давайте посмотрим творческий номер этих ребят из питерской команды. 各位朋友和领导，我们给大家问个好。咱一表演花样多，我们刷蛋手来宝。主板这么一打呀，列得咱不急。说一说，咱们老外怎么学汉语？学会中国话呀，真是不容易。横竖撇捺的方块字可是真难记，汉版真伟大呀，帮老外学汉语，派来的老师聪明又伶俐。Бамбуковые трещотки – это традиционный музыкальный инструмент в Китае. Они используются для создания музыкального ритма во время словесного выступления. В зависимости от требуемого ритма, трещотки могут состоять из 2, 5 и 7 дощечек. Материал должен быть без единой трещины и червобоя. Длина дощечек составляет 16-19 см, ширина 7-8 см, толщина 1 см. Чубан – бамбуковая трещотка. Чубан – 横竖撇捺的方块字，指的就是汉字。То есть сложные иероглифы. Хэн – горизонтальная черта. Хэн – шу – вертикальная черта. Шу – пье – откидная черта вниз и влево. Пье – на – откидная черта вправо. На – хэн шу – пье на – 是写汉字的基本笔画。是汉字的基本组成部分，因为汉字的形状方方正正，所以又被叫做方块字。横竖撇捺 это название черт в китайской каллиграфии, это основные составляющие элементы иероглифов, так как иероглифы 汉字 имеют строго квадратную форму, поэтому их еще называют 方块字。Теперь давайте повторим выученный сегодня материал.摄影 photographировать 小学生组 ученики младших классов 中学生组 ученики средних классов 夏令营 летние лагеря 胜 победа бай поражение 志愿者 volunteer доброволец 老乡 земляк 胡同 хутон переулок 故宫北京古老的皇家宫殿Музей Гугун – это древний императорский дворец в Пекине. Чубан – бамбуковая трещотка. Хэн – горизонтальная черта. Шу – вертикальная черта. Пье – откидная черта вниз и влево. На – откидная черта вправо. Даша, Юрия, Настя, вы молодцы! Желаем вам дальнейших успехов в изучении китайского языка и надеемся вновь увидеться с вами на конкурсе в следующем году. На этом наша передача подошла к концу. Не забывайте нам писать. Пока!